Поколение постарше помнит, что в практике воспитания детей, школьников, молодежи были встречи с ветеранами. И вот представьте эту картинку. Встречает ветеранов музыка. Всем пенсиям наперекор они ведут уроки мужества. В обычных классах средних школ. Вновь танки, снова грохот дизельный, блиндаж в обугленном леске и друг, еще живой, единственный, лишь капля крови на виске. Война откатилась за годы и годы, и горечь, и славу до дна перебрав, а пули еще прилетают оттуда, из тех февралей, из-за тех переправ, а пули летят из немыслимой дали, уже потускневшие капли свинца пронзают броню легендарных медалей, кромсая на части живые сердца. Когда его били фашисты в концлагере и ухмелялись, попался, он прятал одно, свои руки костлявые, только бы не по пальцам. Потом его вызвал к себе вертухай, фашистик розовый, чистый. Дадим инструмент, для начальства сыграй. А он процедил, разучился. И он выступал с лопатой в руках в изысканном обществе мусора. Но в пальцах его, в 10 тайниках, пряталась музыка. Музыка. На рассвете нарастал у стен Рейхстага бой. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыльной мостовой. У столба, дрожа, она стояла. В голубых глазах застыл испуг. И куски свистящего металла смерть и муки сеяли вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь с летом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой дочь его родную расстрелял. Папка, ты опять не снился, только в этот раз не на войне. Я немного даже удивилась. Да чего ты прежний был во сне? Прежний, ну такой же сам. Точно мы не виделись 2 дня. Ты вбежал, поцеловался с мамой, а потом поцеловал меня. Мама будто плачет и смеется, я вижу и висну на тебе. Говорю тебе, а скоро елка, ты приедешь к нам на Новый год? Я сказала и тут же проснулась. Как случилось это, не пойму. В день памяти и скорби свою свечу зажги. Со всеми вместе вспомни прошедшую войну. Июньский день, где бомбы прервали детский смех. Тот день, где был разорван на до и после век. На до войны и после, на жизнь и смерть в бою. Где снова 28 панфиловцев в строю. Сгущались тучи над Днестром, и возвращаясь в 41-й, война пришла в наш мирный дом. Чтоб танков яростным огнем разрушить гордые бендеры. Но город жил среди войны, не сдался, истекая кровью. И лучшие его сыны остались совести верны, встав на защиту Приднестровья. Мой город отразил поход своих врагов в жестокой битве. Пусть знает тот, кто к нам придет, подняв мечи на свой народ, что от меча же и погибнет. Через века, через года помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, горды, держите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебами, песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой.
каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какую ценою завоевано счастье. Пожалуйста, помните.